против Бобби Райана в Анахайм Дакс. Ну, скажем так, в легкую, но издеваются над своим партнером и напоминают ему, кто играет в составе золотой Канады, а кто в составе серебряных Соединенных Штатов. 12-22 на табло, это сколько еще играть. Ну и сейчас нолик у канадца сменится на единичку. Еще один человек, который играет сегодня против своего партнера по команде. Джон Таварес, соперников у которого в сборной США Кайла Коса, который две шайбы отвез французов. Джон Таварес забрасывает первую шайбу канадцев в этом матче. Откладывает таким образом рекламную паузу на несколько смену, наверное, на одну. Давайте смотреть. Патрик Шарп сделал все для того, чтобы Данкан Кит спокойно принял шайбу. Ну и дальше фамилия этого человека Браун. Зовут его Джастин. Это тот, кто имеет тот же самый номер на свитере, что и Джон Таварес. Но, прямо скажем, на этом, наверное, сопоставление их мастерства заканчивается.